сейчас, вот в конце осени, в начале зимы, очень много посылок теряются. Это почта Нидерландов, почта Сингапура, почта Эстонии, то есть вылетают и не прилетают. Мое предположение было о том, что они теряются где-то в транзитном аэропорту, потому что прямых рейсов нету. Соответственно, посылки загружают в какой-нибудь самолет, который выгружает посылки в транзитном аэропорту, где есть рейс уже к нам, на Украину. Ну и, соответственно, вот где-то в транзитном аэропорту все эти посылки складируются в ангаре и ждут своего времени. Собственно, это не первый год такое происходит, это каждый год такое, вот предновогодние завалы. Поэтому опытные китайшоперы заканчивают покупать подарки на Новый год в октябре. До всех этих распродаж. До 11-11 день холостяка, до Черной пятницы. Китайцы еще начали устраивать небольшую распродажу на Хэллоуин, то есть конец октября. И вот если вы хотите гарантированно получить до Нового года свою посылку, вам надо заказать, чтобы магазин отправил до этих распродаж. Потому что после распродаж, конечно, заказов уйма, почты загружены, склады у магазинов загружены, и спрогнозировать время прихода посылки, ну, просто нереально. Есть еще такая мысль, что китайцы не просто так бухают больше недели на свой китайский Новый год. Как раз, по сути, вот они устроили распродажи в ноябре. За декабрь, январь все это упаковали, отправили, почта экспортировала. И все, и пока почты на импорте, ну, где в странах получателей посылок, разгребаются с этим всем. Ну, вот китайцы отдыхают, дают, так скажем, тем почтам разгрузиться, разгрести все эти завалы. Ну, а эта посылочка, это с магазина Banggood. Тяжелая, больше 2 килограмм. Вот здесь написано 2,52. Ну, я не знаю, я не взвешивал, наверное. И почему я решил записывать видео про эту посылку? Смотрите, видите? Москва. From. И вот аэропорт offload. Мол, то есть где ее выгрузить? В Москве. Хотя вот China Post ехала в Украину посылка. Вот здесь вот похоже накладная. Авианакладная. Ну, в общем... Посылка, кстати, вот Fashion News Shows. Хотя здесь совсем не это. Посылка пришла вскрытая таможней. Вот. Таможенный контроль с распакованием. Ну, распаковкой. Вот так вот. Выдали мне ее. Вынесли в мешке. При мне осмотрели. Все в порядке. Я расписался. Ну, давайте открывать. Хотя, ну, New Shows. Это, конечно, прикольно.